У нас очень много было воровства раньше. И девятый этаж особенно мучился. Ну, что им, сигнализацию они поставили, и все. Вот сейчас это уже не стало, потому что висит вывеска камеры. Безопасный регион в Подмосковье. Продолжает реализовываться программа по установке камер видеонаблюдения. Благодаря этой камере, установленной на подъезде дома 12 по улице Пустовской, удалось установить личности двух преступников, совершивших кражи из подъезда и в квартире. Сейчас работают правоохранительные органы. Злоумышленников не наказали, если бы их не записали камеры видеонаблюдения. Криминальная история о проникновении посторонних на частную территорию жители дома номер 12 рассказали на встрече с представителями администрации округа, участковыми, специалистами домофонной службы и интернет-провайдером. У нас по городскому округу Щелково более 600 камер уже работает на благо жителей. И в этом году, в соответствии с планом мероприятий, ремонтируются подъезды, и в системе ЖКХ также предусмотрена, значит, установка камер видеонаблюдения на подъезд. В летний период возникает всплеск краж велосипедов, которые хозяева оставляют на лестничной клетке. Преступников не останавливают стальные тросы, которыми колесная техника пристегнута к батареям. Зато наверняка отпугнет непрошенных гостей электронный глаз видеокамеры. Буквально недавно, в начале месяца, тоже было одно преступление, это раскрыто, это грабеж. При поводу видеонаблюдения, соответственно, уличного, ну, установили, то есть, по приметам, потом раздали патрульный постовой и службе, задержали, то есть, товарища, который совершил это преступление. Видеодомофон – собственная разработка индивидуального предпринимателя Сергея Цибульского, созданная для программного комплекса «Безопасный регион». Домофон – тоже это наше производство. Там стоит IP-камера. Она соответствует, в принципе, всем признакам, все характеристики совпадает с тем, что нужно для Мингоста. Также расширяем сейчас видеонаблюдение дворов, площадок, ну и, соответственно, внутри дома. Подключение видеодомофонов к программному комплексу «Безопасный регион» еще больше расширяет возможности домофона. Передаваемая в Центр обработки информации изображений участвует в глобальном поиске преступников. Таков результат кооперации домофонной службы интернет-провайдера. ИП «Цибульский» совместно с нами, то есть мы в кооперации реализуем данную программу подъездного видеонаблюдения. И также мы можем предоставить и свою услугу видеонаблюдения от компании «Щелково.нет». В данном случае это уже жители, когда определяются, решают по тому, чтобы у них в доме было видеонаблюдение с собственным просмотром, да, мы можем такую услугу также обеспечить. Жители Пустовской 12 установили несколько камер. Одна охраняет вход в подвал, другая – кровлю, остальные контролируют этажи. Видеодомофон достался им бесплатно. Единственное обременение – плата за обслуживание – 130 рублей с квартиры. Такова плата за безопасность имущества. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».